Я не был там. Не знаю, как там было. И вряд ли захотел бы побывать. Но собираясь к деду на могилу, скажите, что я должен передать? Сказать ему, что миллионы пали, не ведая всей правды наперед? И что бандитом был Иосиф Сталин, и варваром обманутый народ? Сказать ему, что было все напрасно? Что мы теперь умнее в Востократ? Что был бы мир значительно прекрасней без гибели отчаянной солдат? Сказать, что дед дурак был, потому что упал на поле брани за меня, того, кто стал такой не в меру ушлый, не ведая ни боли, ни огня? Сказать ему, что правнуки бессмертных и памятью отмеченных бойцов забыли этот подвиг повсеместно и предали все чаяния отцов? Смогу ли я сказать ему об этом? Умру ли я, испытывая стыд? Безумен ли, пытаясь быть поэтом для тех, чье сердце даже не болит? Я так интеллигентно аккуратен и грубо так по-дедовски раним. Скажу, пошли вы нахер, Бога ради. Свободой мирной вскормленные бляди, запомните, я непоколебим. И подводя черту под прошлым веком, чтоб в этом жить и возрождаться впредь, и чтобы оставаться человеком, цените эту праведную смерть.